маленькие штуки, которые тебе не нравятся. Да, там же еда. Ох. Это прохладненько. Да, Россия. Дубачок. В ближайшие 5 дней мы будем тут. Ну, в смысле, на этой яхте. Так, что у нас тут есть? Сначала power, потом start. Ну что, собираемся отходить. Потом туда, туда и потом туда. Так, ну то есть туда нам надо, чтобы подготовиться к выходу в море, а выход там. Зачем? We discussed that we are going to hold this the gray line. The gray line, the furling line. The furling. Feeding out. Yes. So we don't let the speech that. Команда красных против команды синих. Not all your charge, just to take a bearing. You put a straight line. You know exactly what line you're on. Mm-hmm. Божественно. Ты в цветах голландского флага. По скорости? Да. Подожди. Похож? У тебя вообще как другой узел. Что скажется? Мы летим как морская птица. Хорошо, чтобы доехали и припарковались. Стоим вот там вот лодочка Nord. Это вот она. А, все вообще нормально было. Ну, кроме того, что ветер был не по курсу нам, который мы изначально придумали. Поэтому мы свернули в Энхаузен. Вообще мы не сюда шли. Я сняла с себя вот эти две пары штанов. Только спортивные штаны, и там еще у них у меня скини джинсы. В общем, короче, у меня было 4 пары штанов сегодня, и все равно я замерзла. Так, мы оплачиваем карточки, по которым можно попасть в туалеты в вот этой стоянке. Это, кстати, просто публичная стоянка, никакая не марина, просто вот заезжаешь в город и можешь парковаться. Если мест нет, становишься вторым рядом. Что мы и сделали. Да.
Ну, такие типа не совсем старта, поэтому там, может быть, получится. Ну, посмотрим. Там, с разрешениями на работу вот это все. Хороший вопрос. Потому что они же не ест. Ну, я видел, потому что они вроде искали ремонтеров в Европе. Какая красота. Завтра хорошая погода будет, да. А я снимаю тебя по пояс, чтобы не было видно, что ты в трениках. Я бы не отказалась на треники еще надеть пару штанов. Малышка, что сегодня было? Сейлинг. Сейлинг, детка? Сейлинг from Medemblick to Enkhausen. Enkhausen. Yeah. And then, что там, fish and chips, and beer, and wine, and something else. And then we got drunk. As usual. Not really. Вот что такое красивый вид, скажу что-нибудь романтичное. Скажу что-нибудь романтичное. Ты послушай, какой звук. Все равно скажу что-нибудь на романтичном. Сзади тебя белая яхта, сзади тебя офигенный закат. Люблю яхтинг. Понятно. Я не буду завтра шкипером. Что? Я не буду завтра шкипером, завтра сложный день. Будешь, ты первый день меня подставила, но больше так не пройдет. Все, теперь я справилась, а вот завтра КЗ. Так надо было сегодня идти, чтобы помогал. Ну надо было, уж знал. Сто. Взяла карточку, взяла. Какое прекрасное утро. Мы проснулись в 5 утра. В 5 утра туалет был закрыт. Можно снять сторик, да. Можно снять сторик, да. ЖКХ арт. Как это назвать, я даже не знаю. В общем, тут посмотрите, какие они огромные. Всякие разные. Целая клумба. And then it's too lax to fall out. Детка, куда ты рулишь? Который запланирован был? Что? Получился тот, который запланирован или случайный?
Рандомный узел? Я не помню, не рандомный. Вика, великий голландский флаг. Специальная швабра для отмывания яхты, конечно, стоит гораздо дороже, чем просто обычная швабра. Ну, собственно, вот тут вот мы проходили. Вот этот вот мостик для нас открывали. Огонек. Мы в этом леммере, в канальце, в котором мы стоим, кажется, почти единственные с мачтой. Вот там еще одна есть. Вот это наша ближайшая, там дальше одна. Так, все моторные лодочки. For this, before this, we still have the tide here together with us on our course. And then on 6 hour, we have this tide turning around. The 6 after. 6 after, so we want to be 5 after, we want to reach this, the turning point. Ловить корабли с грузами в океане, если они идут как-то напрямик, да, каким-то только им известным маршрутом, это очень сложная задача. Да? Где его там ловят, никто ни за что не отвечает. Half portion, please. It's enough. Thank you. Что это у нас сегодня? Сегодня день короля. Еще очень рано. Еще 8 утра нету. 7:40. Уже все продают. Последние 2, кажется, года не было же дня короля из-за короны. Мы первый раз зато с яхты на все это посмотрим. Наш маленький коворкинг. On this week? Yes. Разве это не волшебно? Ехать запарковаться в самом центре, попасть на День короля.
steer the boat with the bow into the wall so that over here nothing's going to happen because it goes away from the bottom. Mm-hmm. So nice speed, so come through over there. Stay on the safe distance of the other boats, and if they decide to overtake, it's up to them. Отошел. Ну, знаешь, на 0.1 тоже очень впечатляет. Сейчас 0.2. Так, Петра, не будет его постоянно ставить, набирать паруса, потому что иначе его замерзнет. Видимо, да. Помнишь, что это схема? Это обратно направо. Да, пропускаю один канал, потом налево. Вот так было. И там как бы фунта налево. Да-да-да. Со шлюзами интересная система. Я, походив на Средиземке и на Сейшелах, не сталкивалась, естественно. А теперь вот в полный рост. Вот тут написано, что ждать надо, прижавшись вот здесь вот слева. И, соответственно, ждать, пока вот там вот возле шлюза загорится красно... какой-то зеленый, да, это вместо желтого, красный и зеленый одновременно, типа подготовиться. И когда зеленый, то можно заходить. Приходится много времени тратить на то, чтобы тут подожди, там подожди, поскольку на месте лодку удержать сложно, потому что ветер, течение, все дела. Надо периодически вот так вот прижиматься. Так вот, прижиматься к берегу и ждать. Угу. Сейчас я сам верю. Я I'm going to miss now, so you jump ashore and fix it. Так, залились водой, зашли в Миденблик. Сейчас Мюнхгаузен.
Предпоследний день нашего обучения-экзамена. Сейчас около 6 утра. Очень страшно и прикольно выглядят лодочки, когда подняты из воды. You stay in the middle of the channel. It's wide enough, mm-hmm. Yeah, so you can see both boys at the right time. Mm-hmm. And then the mistake that because over here, in a way, you go west on your compass, mm-hmm. But you don't miss them because if you keep on going west, you go straight in this area. Mm-hmm. So here we're going to make the turn and follow the cardinals and the four lines. Yeah. Во-первых, во-вторых, не носить по несколько, потому что типа случайно качнет. Да. Ты, конечно, с Фендером отобрался. Что? Да, мой капитан. Как скажете, мой капитан? Я следующего буя не вижу. Ты хочешь сказать, что ты не буя не видишь? Нет, я вижу два буя, но дальше не вижу. Смотри, где следующий. Андрей, чего мы ждем? Когда вот нас спустят в шлюз, выходит страшный корабль, посмотри, он там шириной был центр в шлюз. Там еще подлодка, короче, когда они все выйдут, ты будешь ходить в шлюз и парковаться в шлюзе. А ты будешь висеть на веревочке. А я буду висеть на веревочке. Снимите меня, я больше не буду давать советов киперу. Большой перепад воды в этом шлюзе, соответственно, натянуты веревочки, за них надо держаться. Мы шли и пришли на остров Тесл, где снимался фильм «Достучаться до небес». Мы тут были несколько раз, приплывали на пароме, ездили потом на Тесле, на Теслу, на машине. Вот, сейчас пришли на лодочке. Тебе. У тебя же были тоже рибсы. Тукумби? Да. Тукумби, один. Данкевелл. Я должен иметь тейлвинд. Это useless to struggle. If you don't have the tailwind, you just need to wait till it goes. Это мы пошли в магазин, и тут овцы пасутся прямо на дайке, овечки уходят в небо.
А мы идем в магазин Валдерсхилде купить чего-нибудь блинам, которые ты прямо сейчас пьешь на яхте. Детка, на пути обратно мы решили срезать через дайк, и вот мы гоним стадо овец, не знаем куда, вон молодняк бежит. Овечки, детка, это овечки на Тесселе. Yes! Did I learn more than for nothing? This is Nord. 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 Доброе утро. Да, чтобы тоже была такая же, потому что я положу их на люк. Офигенная картинка, все. Давай. Поузинг, поузинг, поузинг. Сегодня мы идем по ветру, кажется. Первый раз, да? Слава богу, теперь-то мы знаем, что попутный ветер — это худшее, что с тобой может случиться. Возможно. Мне кажется, зависит от погоды. Когда встречный ветер, да, ты быстренько передвигаешься, но тебе очень холодно. Синие пальцы, отмороженные ногти, вырванные волосы. Sail with Ukraine. Sail with Ukraine. Ай, что жал до упора направо? Я не могу, я пилот. Ты просто так держишься. Красота неописуемая, ты очень красивая. Почему некоторые в яхтенной униформе выглядят как телепузики, а моя малышка выглядит все равно как богиня? Давай же наконец проверим теорию про картофельный мешок. Turn into the wind, let's tighten up. Домашняя Марина. Мы вернулись с другими людьми? Или мы еще не зашвартовались в последний раз? И это сделает нас другими людьми? Да. Так, я не знаю, что-то смотри. Вообще только сюда не давал. Окей. I got it. Че, подтянемся, кинешь? Reason in Russian, the pasta with minced meat is navy pasta. Это новоиспеченные шкиперы Виктория и Анди Менде.